Заветным кубком чемпионата Казахстана по футболу, а также медалями награждена команда футбольного клуба «Астана». Поздравить чемпионов приехали не только болельщики, а также звезды отечественной эстрады. Отличившихся игроков отметили в различных номинациях. Приз зрительских симпатий достался полузащитнику Патрику Твумаси. Обладателями статуэток за преданность клубу стали Танат Нусербаев и Дмитрий Шамко. Лучшим новичком сезона объявлен Юрий Логвиненко. Автором самого яркого момента сезона – боснийский защитник Марин Аничич. Обладателем приза «Лучший гол» сезона стал Агим Ибраими. И главный приз «Лучший игрок сезона» достался голкиперу Нинаду Эричу. Я думаю, это был отличный сезон за команду. Так получилось, что и выиграли чемпионство, и кубок. Я думаю, все было заслужено. Футболисты провели тяжелую работу и сумасшедший сезон тоже. И как имеем предвид, что и успели опять выйти в Лигу Европы, я думаю, команда этот год еще лучше показала себя.